Сегодня мы приготовим Швайнбратен мультиварки Витек ВТ-4217. Нам потребуется 1 кг 400 г свинины, 2 луковицы, 2 моркови, 3 столовые ложки томатной пасты, 5 зубчиков чеснока, 1,5 чайной ложки соли, 3/4 чайной ложки черного молотого перца, 200 мл воды и по 1 чайной ложке розмарина, базилика и майорана. Мясо промыть, на той стороне, где больше сала, сделать надрезы глубиной 1,5 см. Посолить и поперчить. Посыпать мясо специями и обмазать кусок мяса со всех сторон тертым чесноком. Далее нужно крупно порезать морковь и лук. Томатную пасту смешать с водой. Поместить мясо надрезами вниз в чашу мультиварки. Засыпать сверху и с боков луком и морковью. Залить томатной пастой и водой. Готовить на режиме тушения 1 час 30 минут. Когда режим окончится, мясо готово. Перед подачей к столу порезать на порционные кусочки и полить соусом. Швайнбратен готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.